Почему листья зеленые? Почему крапива жжется? Что такое клетки? Дети задают огромное количество вопросов, и слушать скучные ответы им неинтересно, поэтому лучше все показать. Микроскоп компании Bressr представляет собой простую и доступную модель для детей, школьников и студентов, которые делают первые шаги в изучении микромира. Огромное преимущество микроскопа – это полный комплект оптики, препаратов и аксессуаров для наблюдения. На первых этапах изучения ничего больше докупать не придется. Очень удобно, что все составляющие комплекта уложены в компактный и нетяжелый пластиковый кейс. В таком виде микроскоп удобно транспортировать, к примеру, брать его в школу или в лабораторию. Для того, чтобы начать пользоваться микроскопом, не нужно иметь каких-либо предварительных знаний или навыков. Все очень просто. Достаем прибор из кейса и подсоединяем основные элементы. В инструкции все детально описано. Один раз ребенку покажете, как это делается, и дальше он справится сам. Хвалы заслуживает набор оптики. Здесь есть три объектива и два широкоугольных окуляра с линзами с хорошим просветлением. Такой набор оптики позволяет добиться увеличения в 640 крат. Для наглядности отметим, что небольшое увеличение, например, в 40 крат, позволит наблюдать чешуйки на листьях растений. А увеличив листья в 600 крат, ребенок сможет понять, что делает их зелеными. Есть в комплекте и линза Барлоу, благодаря которой увеличение можно довести до максимума в 1280 крат. А это уже возможность наблюдать за жизнью микробов, бактерий и других микроорганизмов. Кроме того, эта линза позволяет увеличивать изображение плавно, без рывков. Линзы Барлоу и окуляры помещаются вот на эту насадку. Первая ее особенность в том, что тубус покрыт черной матовой краской, исключающей всякие блики, которые могли бы сказаться на наблюдении. А вторая – это возможность вращения на 360 градусов. Можно немного отпустить этот болтик, и насадка свободно поворачивается. Таким образом, наблюдение может проводить группа детей, и для этого не нужно перемещать сам микроскоп. Микроскоп оснащен подсветкой для улучшения видимости изображения. Нижняя светодиодная подсветка обеспечивает проходящий свет, что подходит для наблюдения прозрачных объектов. В комплекте есть светорассеивающий фильтр, который позволит добиться максимально эффективных результатов. Верхняя подсветка – это отраженный свет для наблюдения за непрозрачными объектами. Одновременно можно использовать и обе подсветки, если, к примеру, нужно понаблюдать за полупрозрачным образцом. Яркость и направление света можно контролировать при помощи диафрагмы с различными диаметрами отверстий и светофильтрами. Образец можно легко перемещать для детального рассмотрения. Фокусировка удобная. 40-кратный объектив, подпружиненный для защиты от повреждений во время фокусировки. В комплекте с микроскопом имеются готовые препараты для наблюдений, а также аксессуары для препарирования и создания собственных образцов, что позволяет расширить сферу наблюдений и изучения. Изюминкой можно назвать окуляр, с помощью которого можно наблюдать за образцом через компьютер, делать снимки и записывать видео. С помощью этого окуляра можно проводить уроки и семинары для большой аудитории с задействованием проектора. Когда микроскоп не используется, его можно упаковать в чехол. Как видим, этот прибор – простая в использовании модель для всех любознательных. Конечно, какие-то научные задачи с ее помощью не решить, а проводить интересные наблюдения и начать познавать микромир вполне можно.